Вот я когда в Фейсбуке вот объявил, что буду с вами беседовать, я фотографию там для привлечения внимания разместил, и выяснилось, что это фотография Ивана Голова. Он передает вам привет. Вы помните фотограф Иван Голов такой? Нет, не помните? Нет, не помню. Ему будет жутко обидно. Я знаю, что, но вы знаете, привет. Если честно, у меня вообще плохая память на имена. Это очень неприличное советское качество. Угу. А вы вообще любите сниматься? Нет. Я имею в виду не в кино, а вот на фотографии. Вы знаете, нет, я не очень люблю. Я люблю не сниматься, я люблю, когда меня снимают. А, вот так вот. Да. То есть вы имеете в виду репортерскую съемку, что да. Вы вроде как не позируете, а да, вроде совершенно вас верно. Взяли когда я этого не и вижу. Сняли. Вот. А постановочное фото, мне кажется, что я зажимаюсь немножечко. И, вы зажимаетесь? Да, вы мне кажется. Вы очень, мне кажется, такой раскованный человек. Во всяком случае, умеете изобразить. Но постановочные фотографии я не очень люблю. Я вот про какую фотографию говорю. Вот такая семейная фотография. Да, чудесно. Она знакома вам, да? Да, отличная фотография. Это вот он делал, да? Да, это он очень делал. Приятно, он да. Передает хорошая вам привет фотография. Еще раз. Спасибо большое. Хорошая. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».